Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. И всем привет, дорогие друзья. Xiaomi Redmi Note 4 прошел тестирование в Antutu. На этой неделе Xiaomi представила доступный смарт-пэд Redmi Note 4. Аппарат оснастили алюминиевым корпусом, 5,5-дюймовым дисплеем, 10-ядерным процессором MediaTek Helio X20 и 2 или 3 гигабайтами оперативной памяти в зависимости от версии. Так, внутренний накопитель объемом до 16 и 64 гигабайта, аккумулятором емкостью 400 мАч, 14-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Несмотря на то, что новинка только доступна для предзаказа, она уже прошла тестирование в Antutu. В Antutu она набрала 85 тысяч баллов. Xiaomi Redmi Note 4 набрал в бенчмарке 84 926 баллов. Это достаточно высокий показатель для смартфонов этой ценовой категории. Напомним, что Xiaomi Redmi Note 3 в свое время получил 46 997 очков. Это в 2 раза больше. Вот такие вот дела. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.